La città di Volnavaka, in Donbass, è stata recentemente conquistata dai russi. Происходит то, что сегодня открылась у нас школа, пятая, дети пошли в школу, слава богу, и для них организовали праздник, для маленьких деток. Ух ты, команда у нас скачет! Полетели, полетели, полетели! Ни одного, сейчас ребенка крестит! Qui i militari sono impegnati nelle operazioni di sminamento. Intanto all'esterno dell'edificio scolastico la popolazione assiste alla cerimonia di riapertura. What's happened today? Открылась школа, пошли в школу. Are you happy? Yes. What's happened in these days being closed? Были бои за Волноваху. Сильно бомбили, нужно сказать. Пока мне было не так страшно, мы не знали, что будет до этого. Никто не знал, мне кажется. Мы очень рады, что закончились боевые действия. И в дальнейшем хотим поступить в высшее учебное заведение в Донецке. Хорошо, что отвоевали. Освободили украинских националистов. Слава Богу. Потому что при них жилось, мягко говоря, неприятно. Меня больше всего обидело то, что они признали Бандеру своим героем. И опустили победу Великой Отечественной войны ниже плинтуса. Дай Бог, чтобы наши солдаты продвинулись, освободили Киев от нацистской заразы. И чтобы процветали и жили хорошо.